В ухтинском поселке Ярига на шахте произошло ЧП. Сегодня днем в результате обрушения породы в проходческом забое один человек погиб. Травмы, которые он получил, оказались несовместимы с жизнью. Тело уже поднято на поверхность. Всего же на аварийном участке в тот момент находилось 6 человек. Сейчас на месте продолжают работу подразделения спасателей и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при производстве работ на шахте номер 1 нефтешахтного управления «Ярига-нефть» произошло обрушение породы, в результате которого погиб работник шахты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решаются вопросы, связанные с проведением осмотра места происшествия, изъятием необходимой документации, назначением судебных экспертиз. Следователями Следственного комитета будут опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, а также проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение. Напомним, в последний раз аналогичный случай на Яриге произошел совсем недавно, 20 июля. Впрочем, тогда никто не погиб, однако двое горняков получили сильнейшие переломы рук и ног. Компания «Лукойл», которой принадлежит объект, приняла решение эвакуировать пострадавших работников в Москву в институт имени Склифосовского.